аффирмации для первой чакры Муладхара. Всем известно, что Муладхара принадлежит к стихии Земля и располагается в основании позвоночного столба. Если эта чакра заблокирована, то человек не производит впечатление сильной личности. Он как бы не здесь. Он избегает физической активности, заторможен с виду и может иметь болезненный вид. Он может много болеть. Здесь будет излишне говорить, что болезни почек и всевозможные травмы копчика ясно указывают на то, что человек не принимает свое физическое тело в жизни и жизнь в физическом мире. Любовь к своему телу, любовь к жизни берет начало именно в этой первой чакре. Ну а теперь рассмотрим наши новые варианты мыслей, которые помогут разблокировать первую чакру. Жизнь в этом мире – это действие. Мое физическое тело создано для действий. Действия позволяют мне почувствовать наслаждение жизнью. Я позволяю жизненной энергии действия течь естественно и свободно. Каждое мое действие совершенно на данный момент времени. В моем теле, в моих клетках содержится вся необходимая информация, как жить и выживать в физическом мире. Я знаю, как это делать. Я позволяю ей проявляться вовне. Я принимаю данную физическую жизнь как естественную составляющую моей бесконечной жизни. Во всем, что со мной происходило, есть положительные стороны. Я нахожу эти положительные стороны. Я настраиваю себя на позитивное, оптимистическое восприятие реальности. Все вещи в этом мире рождаются и умирают. Жизнь существует благодаря тому, что есть смерть. Жизнь есть то множество вещей, которые происходят со мной каждый момент. Я устала всего бояться. Я опускаю свои страхи. Отпускаю их безвозвратно. Мои решения на данный момент идеальны. Я извлекаю уроки из случившегося и продвигаюсь вперед. За одного битого 10 небитых дают. Опыт, в том числе негативный, позволяет мне расти и развиваться, выковывая стальной клинок моего духа. Пока я живу, я творю, вкладывая в свои дела любовь и душу. Любую критику, в том числе свою собственную по отношению к самому себе, я принимаю, не привязываясь к ней. Я расслабляюсь. Так называемая критика позволяет мне подумать, какие стороны души мне стоит развивать. Я принимаю себя всяким человеком. Я полностью открытый человек. Сейчас будет звучать мантра, которая активирует первую чакру Муладхару. Я вам желаю отличной работы с ней и приятного времяпрепровождения.
Лам, 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 лам. Lam, 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 lam. 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 Lam, 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 lam.
с вами была Юлия Жукова.